Республика Саха-Якутия 2030-2050. Стратегия успеха. Под таким названием сегодня начала работу межрегиональная научно-практическая конференция с участием главы региона Егора Борисова. Цель мероприятия – обсуждение с представителями научного и экспертного сообщества проекта стратегии Якутии. Конференция выступает эффективной дискуссионной площадкой по наиболее актуальным вопросам развития территории с учетом множества региональных особенностей. Можно сказать, что сейчас развитие России будет в основном проектным способом проводиться. И мы убеждены, что арктическая зона и Якутия, в первую очередь, может стать хорошим наглядным полигоном для этого развития. Именно ввиду своих условий сложных, ввиду очагового характера хозяйствования, ввиду даже где-то некоторой неизученности, мы можем здесь ряд проектов начинать сначала.